удовольствие, Ирина Винер. Обязательно, да, делать, да, какие-то ошибки, какие-то недочеты моментально. То есть никто не идет сразу отдыхать, сразу идут все дорабатывать. Ну а сейчас на площадке команда из Эстонии. Девочки также. Сегодня все гимнастки выступают с тремя обручами и двумя парами булав. Оценка за три обруча и две пары булав 37,8 балла со всеми ошибками, со всеми помарками. Это очень хорошая оценка. Именно да, в том числе и за сложности. Да, когда будет все доработано прям до идеального, я думаю, что там будет 40 и выше. Давайте смотреть за командой из Эстонии.